Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Азия Исраэль ТВ». Мне очень приятно приветствовать вас в такой для нас очень замечательный день, день принятия нашей Конституции Узбекистана. И вот в связи с чем группа, творческая группа артистов Хакимията Ферганской области находится в Израиле. Уже несколько дней мы побывали в этом старинном стране, его очаровательных городах, в Тель-Авиве, Иерусалиме. Мы были в Мертвом море и в других городах. Вот и этот... она, сохранность старинных зданий, архитектурных зданий мне оставила очень большое впечатление. Я понял, что государство Израиля уделяет очень огромное внимание сохранению исторических памятников. Конечно, она в будущем будет иметь большое значение в воспитании молодого поколения. Конечно, Иерусалим – это святой город, и я до сих пор в таких не могу прийти в себя из полученных там ощущений. В связи с этим я еще раз хочу поздравить с праздником Ханука и Днем Конституции Республики Узбекистан. Спасибо. Я думаю, что наши гости получат море удовольствия от этого концерта. Этот концерт – один из нескольких проектов, которые я лично сделала с Хакимом Ферганской области, с Шухрат Мадаминовичем Ганиевым. Несколько проектов мы делали в Фергане. Это первый проект, который мы сделали здесь, в Израиле. Посвящен Конституции Республики Узбекистан в Израиле. Прекрасно, что мы за эти 30 лет последней репатриации, последней алии не забыли свои истоки. Мы не забыли те города, которых с материнским молоком впитали традиции, обычаи, язык, культуру, гостеприимство, уважение к старшим, почет и многое другое. Сегодня мы здесь в знак солидарности, дружбы между Узбекистаном и Израилем. Вам сесть посвящен канун великому еврейскому празднику света Ханука. Госпожа Жанна Коэн, заместитель мэра города, на сцену, пожалуйста. И я хочу сказать одно, что дипломатические отношения между Узбекистаном и Израилем – это большое дело. И я думаю, мои большие почтения, спасибо огромное. И сегодня вижу, что наш зал полон, так что улыбайтесь и отдыхайте. Света и мира вам, Ханука. Сюда, на сцену, руководитель дипломатической миссии Узбекистана в Израиле, господин Максуджон Убайдулаев. Ваши аплодисменты. Мы очень рады, что наши друзья здесь, в Израиле, наши соотечественники там, вот здесь, оказали нам такое содействие, да, чтобы мы отмечали такой замечательный праздник здесь, в Израиле, да.
И большое спасибо за этот вечер. Я хочу здесь еще отметить такое, как говорится, сообщение, да, информировать вас, что 22 декабря этого года состоятся выборы в Олий Маджлис Республики Узбекистан, это Законодательную палату и Кенгаши народных депутатов. В нынешнем году это мероприятие проходит под девизом «Новый Узбекистан, новые выборы». Как вы знаете, у нас в последнее время так активно проводятся реформы, и в связи с этим уже у нас в посольстве образован избирательный участок, и в связи с этим я вас приглашаю принять активное участие в предстоящих выборах. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю с большим праздником Днем Конституции Республики Узбекистан. Желаю всем крепкого здоровья, мира, спокойствия, семейного счастья и благополучия. Спасибо большое. Şunday bir acayip sıfat oldu ki, biz goya o üyümüzde, o İsrail'de mi, bu Özbekistan'da mı, şu kadar bir aka ukadek yaşlıkımızı eslep, kadırdarlıkımızı eslep, ötken umurlarımızı eslep ve kelgusdaki arzularımızla sıfatlaştık. Biz sizlerge Özbekistan'dan, sizden doğulup ösken yurtinizden, Farg'onadan, alangali, kızgın, salam olsun.
К микрофону приглашается народный артист Узбекистана Ильхом Ибрагимов. Ваши аплодисменты! Я даже не знала, что можно за такой короткий срок, за пару дней, написать одну красивую песню. Спасибо. 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 Құрматты Абрамаға талмасыңдар мына жерде. Ойларды, дағдылары, хаммалары бұларды, ата-аналары жүдей кетті санатқа болышқа. Біз, қадай бір маленький в школу учился, я их песни я вот воспитал, честно. Когда бы я сказал. Спасибо, что вы на наши песни. Да. Эллади, эллади, ахтин карышан. Госпожа Жанна Кадырова. Аплодисменты. Мастер слова доктор Гавриэль Хаимов, пожалуйста. Яшасын Узбекистан ва Ислам мамлекетлерин дуслиги ва бирдамлиги. Кымматы ва мухтарам дуслар.
Yana bir kere şunu aytmoqchi ben ki tomoshabinlar arasında meşhur sanatkar, sanat dalgası, bütün dünya halk artisti Avramjon Tormazov o'tiribdilar. Bir qarsa agar bo'lsin sog'lar. Rahmat sizlarga. Hammaga rahmat aytaman. Avrom aka, vam slovo. Мы приглашаем вас на сцену. Аплодисменты! Абрахамжон Талмасов! Я праздник в Израиле, когда приезжаю из Узбекистана. Наши музыканты. Они действительно все, каждый из них профессионал. Вот я здесь сижу, слушаю. Большое спасибо. И организаторам большое спасибо. Чем эстрадный ансамбль, я больше отдыхаю с ними. Потому что я скучаю вот именно по этим словам. Shalom.